То есть у тех, у кого оригинальная зарядка Ли, вот здесь написано Ли, не какие-то другие, то есть делает вот такую штуку, кто не знал. Нажимаете вот на эту кнопку, то есть зарядка подключена к сети, соответственно, где у нас, ну, у нас таким образом. Нажимая вот на эту кнопку, и лючок открывается. Нажимаем на кнопку, и лючок открывается. Нажимаем на кнопку, и лючок открывается. То есть, ну, на открытой машине она не открывается, как вы видели сейчас. Я это тоже не знал, кстати.